У рамках республиканской информационной кампании «Час стать прикметным» прошел эксперимент ДАИ. У им проверяли башность человека у темный час суток с выкористанием разных светлоотбивальных элементов. Сопрацовники ДАИ и удельники эксперименту выкористовывали фликеры, а так само камизельки повышенной башности разных колеров. Мероприемство проходило на неосветленной дороге за городом. Для початку девчина у темной вопроце проходила уздовж трассы без светлоотбивальных элементов. При близком светле фар водитель смог разглядеть ее только на отлеглости меньше за 50 метров. Для вымерения отлеглости супрацовники ДАИ выкористовывают специальный прибор – курвиметр. Далее девчина надевает два фликеры. Теперь она прикметная про 150 метров. Наступный этап – выкористание камизелек. Две девчины у желтой и оранжевой камизельках идут уздовж дороги. Девчина у желтой камизельце прикметная на отлеглости у 250 метров. У той час, как другую, у оранжевой водители бачат только за 80 метров. Эксперимент лишний раз доказал, что фликеры, да, а также жилеты повышенной видимости, они помогают пешеходу увидеть расстояние 150 метров и больше, что помогает сохранить жизнь. Но самый эффективный фликер – это белые, серебряные, а также лимонные. То есть они лучше видны водителю.